закрыть. О, сейчас закроем. Сейчас, друзья, заснимем, все получится, все у нас будет хорошо. Так, друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Белов. Для тех, кто не знает, те, кто знает, кто следит за мной. Мне поступил челлендж, эстафета от моего подписчика Руслана. Ну, я смотрю канал Руслана, Руслан смотрит мой канал. Ссылка канала будет в описании под роликом того человека, кто передал мне челлендж. Что это за челлендж, что это за эстафета? Наш общий знакомый Артем Ершов запустил такую эстафету. Суть эстафеты такая. Нужно завести двигатель у трактора и выставить самые минимальные обороты двигателя, чтобы он, ну, работал на самых минимальных оборотах, чтобы как чуть-чуть и то и гляди заглохнет. Вот так вот. Самые минимальные обороты. И снимать крупным планом тахометр, чтобы работал тахометр на тракторе. Так что Артем передал эстафету, открыл челлендж Руслану и Антону Грибову. Я передаю эстафету, я беру ее от Руслана и передаю эстафету трем каналам. Каналу Владимира Алешина, каналу Владимира Яськова и каналу Алексея Хомутова. Канал называется у Алексея Хомутова просто «Трактор». Алексей Хомутов, ну, ездит, работает на таком вот тракторе Т-25. У него стоит там тахометр. У Владимира Алешина и Владимира Яськова трактора 80-ки. У них работает тахометр, ну, во всяком случае, там в последних видео я видел, что все работает. У Алексея Хомутова Т-25 и просто Т-25 тоже с тахометром. Так что будет интересно посмотреть на работу этих каналов, этих тракторов, трактористов. Ну, 80-ки вы все уже видели, а как будет работать Т-25, посмотрим, последим. Так что вот так вот. Ну, а теперь я... Привет, Елена Степановна. Елена Степановна тоже передает вам всем привет. Я вставляю сразу за собой следующие кадры, как мы с моим дедой Петей, с нашим дедушкой дедой Петей снимали показания, ну, с нашего трактора МТЗ-80. Так что смотрите, пишите, комментируйте, кто что думает. Довольные, недовольные. Так. Да, и вот Лена Степановна показывает, ставьте вот так вот пальцы вверх. Вот так, у нас уже вечер. И вот так вот. О, это Елена Степановна, моя супруга. Вот так вот, ребятки. Да, короче, у меня там на тракторе на 80-ке вентилятор стоит, и, ну, хреновато. А еще у тебя там корова голодная. Все, все, ребята, все, вот видите? Че, они-то меня видят. Ладно. А коровы тебя не видят. Ладно, пишите, кто что думает, какой я ленивый, какой я. Ну, ладно, все. Какой я работящий, ладно. Ждем видео с каналов Алексея Владимира Алешина, Владимира Яськова и Алексея Хомутова. Так что, мужики, берите эстафету, палочку, челлендж, передавайте ее другим каналам. Сегодня будем снимать, как работает, на каких оборотах. Куда ездили? По хозяйству. Как жизнь молодая? Как в городе? Ну, в городе что-то. Так, сейчас я... Так, сейчас заведем... Так, завели это.
Поехали. Что тут? А, во. Вот нам сейчас надо уменьшить обороты так, чтобы он работал на минималке. Блин, не видать. Ну давай, уменьшай. На самых малых. Вообще забыл. Ну, короче, вот такой тест. Все, тест пройден.